Салам алейкум всем, друзья! Сегодня у нас в рубрике «Макрон заявил о понимании чувств мусульман из-за карикатур на пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям». При этом президент Франции подчеркнул, что карикатуры на пророка не были правительственным проектом и обратил внимание на то, что их распространяет независимые СМИ. И неужели президент на это не мог повлиять? Далее у нас президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что понимает чувства мусульман из-за карикатур на пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам, но подчеркнул, что их выпускают независимые СМИ, а не правительство. Об этом президент заявил в интервью телеканалу «Аль-Джазира». «Я понимаю такие чувства, я уважаю их, но вы должны понимать, в чем заключается моя роль. Она должна обеспечивать две вещи – правопорядок и защиту прав», — сказал президент. Но добавил, что всегда будет защищать право на то, чтобы говорить, писать, думать, рисовать в своей стране. Макрон предположил, что критика мусульман в отношении него вызвана искажениями его слов. «Я думаю, что та реакция, которая последовала, была результатом лжи и искажения моих слов, потому что люди поняли это так, что я поддерживал эти рисунки», — сказал он. Президент подчеркнул, что карикатуры на пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам, не правительственный проект, а результат деятельности свободных и независимых СМИ, которые не аффилированы с правительством. Теперь давайте, друзья мои, в комментарии напишем свое мнение, что вы думаете по этому поводу. Макрон оправдывается или же он, не подумав, высказал свое мнение? Еще одна шокирующая новость. Футболист ушел из сборной Франции из-за религиозной дискриминации Макрона. Футболист Манчестер Юнайтед Поль Погба завершил карьеру сборной Франции. Как передает Daily.az, информацию об этом распространило британское издание Sun. Сообщается, что Погба принял такое решение из-за того, что президент Франции Эммануэль Макрон допускает религиозную дискриминацию в отношении мусульман. Высказывания главы государства в связи с исламом вызвали недовольство у мусульман Франции. Отметим, что 27-летний полузащитник провел в 2013 и 2020 годах 71 игру за сборную Франции. В этих матчах забил 10 голов. Вот так вот, друзья мои, на сегодня все. Ждите следующий выпуск. До новых встреч на канале Javlon.